Ход строительства новой школы в микрорайоне Мелиораторов показали необычному гостю. Новый объект оценил ветеран боевых действий, финалист программы «Время героев» от Тюменской области Виктор Квасов. На этой неделе он проходил стажировку в Главном управлении строительства Тюменской области. Виктора знакомят с работой всех управлений и вывозят на самые знаковые стройплощадки региона. Школа на 1100 мест готова на 80%. Ее двери откроют уже в декабре. Учебное заведение строят по последнему слову техники. Гостю показали будущий спортзал, актовый зал, столовую, лаборатории и учебные классы. Очень рад, что такие школы вообще возводятся у нас в регионе, в стране. То есть все для образования, для образовательного процесса, для детей. Мы, к сожалению, в таких школах не учились, но наши дети будут в таких школах учиться и, соответственно, в лучших школах вообще страны. Виктор Александрович задает много вопросов. Мне показалось, что ему интересна наша отрасль. Завтра его день будет состоять из контактов с управлением Госстройнадзора, нашего главного управления строительства. Ну и на закуску мы ему оставили управление автомобильных дорог и управление автовокзалов. Напомню, Виктор Квасов – военный летчик, участник СВО. Программа «Время героев» была инициирована президентом России Владимиром Путиным и нацелена на развитие управленческого потенциала бойцов спецоперации. Тюменцу предстоит познакомиться с работой 13 департаментов региона. В 7 из них он уже побывал.